Сирия, 18 апреля. Неизвестные открыли огонь по мирным жителям в городе Эс-Сувейда. Минобороны Турции сообщила о нейтрализации трех членов рабочей партии Курдистана в Ираке. Израиль организовал покушение на офицера КСИР на границе Сирии и Ливана, сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Дамаск. Произошло покушение на одного из бойцов корпуса стражи Исламской революции у сирийско-ливанской границы. Отмечается, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю, который за минуту до этого покинули иранские бойцы. Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода Джейдет-Ябус, работа которого была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Военный источник в сети Telegram Directa 4 опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва транспортного средства. В соответствии с имеющейся информацией, в машине следовали офицер КСИР Имад Карими, а также сын одного из высокопоставленных членов ливанской организации Хизбалла Мустафа Мугни. Представители армии обороны Израиля Цахал пока никак не прокомментировали случившееся. Напомним, КСИР и Хизбалла оказывают поддержку сирийской арабской армии в борьбе с террористами. Провинция Дейр-эз-Зор. Поступила уточненная информация о последствиях взрыва в населенном пункте Сувейдан-Джазира, о котором стало известно несколько часов назад. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, один из курдских боевиков, пострадавших в результате детонации самодельного взрывного устройства, скончался от полученных травм в больнице. Ранее также сообщалось о гибели ребенка. Напомним, в установке бомбы подозреваются террористы подпольных групп Исламского государства. Между тем, твиттер-канал Mohammed Habesh заявляет, что курдским боевикам удалось задержать группу джихадистов ИГИЛ в северной части провинции. Утверждается, что спецоперация демократических сил Сирии привела к аресту пятерых террористов группировки. Более подробной информации о поимке боевиков пока не поступало. Провинция Эс-Сувейда. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о нападении неизвестных в административном центре региона. Вылазка радикалов произошла в районе Аль-Хазанал. Налетчики открыли огонь по местным жителям, в результате чего были убиты две женщины, а две другие получили ранения. Установить личность нападавших пока не удалось. Однако предполагается, что в вылазке были задействованы боевики проамериканских бандформирований, отряды которых базируются на базе Ат-Танф в соседней провинции Хомс. Как известно, в зоне оккупации США скрываются члены группировки Джейш Магавир Ат-Таура. Также не раз появлялись свидетельства присутствия там и террористов ИГИЛ. Ирак. В северных районах Ирака возобновились боевые вылеты турецких ВВС, согласно информации, опубликованной официальным твиттер-каналом Минобороны Турции, Саванма. В результате воздушной операции были ликвидированы три террориста рабочей партии Курдистана, которые базировались в районе Авасин-Басин. Напомним, Анкара действует в иракском Курдистане в рамках операции «Коготь», о начале третьего этапа которой было объявлено в августе прошлого года. Между тем, в провинции Дияла атаке подвергся один из опорных пунктов иракской армии. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник Melhamenius, снайперы спящих ячеек Исламского государства застрелили двух военнослужащих иракской армии в окрестностях города Баакуба. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.